Жизнь о нервной патологии, ей-богу. С утра начинается. Моя жена Катя начинает. Я отдала тебе свои лучшие годы. Лучшие годы тебе. Это надо понимать, что меня ждут худшие. У нее в последнее время какая-то странная манера появилась. Принеси кофе. Такая грубая. Кофе принеси. Я говорю, ну ты хоть попроси по-хорошему. Принеси кофе по-хорошему. У нее из всего лица только губа не дура. Только губа. Все мужчины скоты. Что ты говоришь такое? А ты домашний. В общем, нервные патологии. Дочка тоже со мной хитрит. Папочка, я к тебе на минуточку только поцеловать. Я говорю, поздно, мама уже поцеловала. Все деньги вытрясла. Гуляй. Сынок меня извел своей учебой. Недавно классный звонил, жаловалась. Ваш Вовка в сочинении по переменному току написал: ток переменный, а шарахает постоянно. Биологичка его попросил назвать трех экзотических животных. Он ее назвал бляха-муха, ядрёна-вошь и ёшкин кот. Что вдуматься, а? Я его месяц убеждал, что писец – это такой зверек. Зверек. А никогда очень плохо. А полный писец – это тот, которого слишком перекормили. А не тот, который подкрался незаметно. Нервы на каждом шагу, ей-богу. Ну, а каждый. Тут над моим джипом надругались. У меня джип не новый, но, в общем-то, как новый. На нем написано 4х4. Вроде 4 помножить на 4. Какая пьянь. Ночью гвоздем мне нацарапал. Равнять 16. Я поехал на техстанцию. Мне там закрасили, замазали, заполировали. Ну, в общем, незаметно сделали. Так эти ночью опять нацарапали. А все-таки равняется 16. Я опять поехал на техстанцию. Мне уже там фирменно написали. Равняется 16. Так эти гады опять нацарапали. А вот теперь правильно. С этой машиной неудобств больше, чем удобств. Ей-богу. Недавно гаишник пристал. Почему свет не включили в туннеле? Откуда я знаю, где у вас тут в туннеле свет включается? Бегай ему, свет включай. Жена пристает. Почему в машине какой-то не такой аромат? Да что ж ты хочешь, 120 лошадей. Недавно поволокла меня к очередной своей тете Моти. Я там весь вечер шизел. Весь вечер за столом меня одергало. Соблюдай этикет, соблюдай этикет. Весь вечер соблюдал этикет, ушел голодный. Еще приревновала меня к какой-то особе. Я, видите ли, на нее как-то не так, как надо, посмотрел. Жена мне за столом. Если будешь тут кабелировать... Дома к уху приставлю пылесос и высосу все мозги. Что ты в ней нашел? У меня у самой ножки, как в магазине, куплены. Ну, правильно, ножки в магазине куплены. А голову на сдачу дали. И вообще, нечего меня ревновать. У китайцев вообще нет такого понятия «изменил». У них есть понятие «перепутал». Сердце уже полгода болит, уже не знаю, что делать. Пошел к врачу. Доктор, у меня в груди что-то шипит. Он говорит, что пригрел, то и шипит.
А недавно из-за чего поссорились, это вообще анекдот. Жена сказала, что будет ждать меня возле Большого театра. Она у меня романтик. В машине сиреневого цвета. Я ее обыскался. 20 раз обижал этот очень большой театр. Нету машины сиреневого цвета. Нету. Потом выяснил, что машина белая. Ты же сказал, что машина сиреневого цвета. А что, сирень белой не бывает? С ума сойти можно и не вернуться. Ужас просто какой-то.